Московські заяви. Російські окупанти заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку атомну електростанцію. Про це каже нам Енергоатом. Цитують генерал-майора російської армії. З нами на зв'язку вже є експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Пані Олю, мої вітання вам. Добрий день. Для початку я хочу зрозуміти, ми маємо достовірні дані, заміри, я не знаю, там моніторинг з того, що зараз відбувається на цій атомній станції, яка в окупації. Ми можемо 100% мати перевірну достовірну інформацію? Я думаю, що наші розвідки мають 100% достовірну інформацію. А от, що стосується, допустимо, замінування, то фактично минирование, и мы уже говорили раньше, это территория, которая вокруг АЭС, побережье Каховское, в районе открытых распределительных устройств. И вот 4 августа они завели бронемашины с боекомплектами во второй машинный зал второго блока. То есть фактически первый машинный зал с первого блока и второй, это вот они заминированы. Что касается подрыва и вот этих грозных заявлений, что или наша станция, или будет выжженная радиацией земля, то это просто шантаж, поднятие ставок, как происходит обычно у них, когда не очень хорошо идут дела на фронте. И вот эти обстрелы, они, начиная с пятницы, в том числе и субботу, и вчера по городу стреляли с территории профилактория Запорожской тепловой электростанции. В субботу был ранен на площадке сотрудник Запорожской станции, потому что стреляли по сухому хранилищу, где стоят контейнеры бетонные. В пятницу дважды обстрел был. Начали они с открытых распределительных устройств, разрушили там линии, магистральные линии, и 330 и 150, и Энергодар был без электричества некоторое время. А потом ударили уже по самой промышленной площадке, там, нанеся повреждения вот этой азотно-кислородной станции, где стоят электролизеры для производства водорода, который используется для охлаждения работающих турбогенераторов. То есть это шантаж, который достиг уже невероятного размера. И за вот эти три дня обстрела, ну, уже все высказались. И даже генеральный директор МАГАТЭ дважды в субботу заявление сделал. Гутерриш, который ООН возглавляет. Европейские чиновники, которые говорят о немедленном прибытии миссии МАГАТЭ на Запорожскую станцию. И вот Гросси сказал, что не по вине МАГАТЭ мы до сих пор туда не попали. То есть он дипломатически намекнул о том, что препятствовали украинская сторона. И это очень негативно, потому что заявление со стороны президента Энергоатом Котина, главы Госатомрегулирования Корикова и министра энергетики относительно нецелесообразности этой миссии, что они легитимизируют при русских там и так далее. То есть мы потеряли время и испортили отношения с МАГАТЭ. Поэтому действительно миссия нужна, тем более, что неоднократно за предыдущий месяц Гросси говорил о том, что нарушены из 7-5 принципов безопасности эксплуатации. И если раньше он их не перечислял, то в субботнем заявлении он все их перечислил. Какие именно принципы? И поскольку он их уже назвал, и они есть объективной реальностью, его заключение по уровню безопасности не может отличаться позитивом в сторону Российской Федерации. Поэтому Россия истерит. Как всегда пишет ноты в МАГАТЭ, что это все украинские военные, это же понятно. А вот в то же время, как начиная с Блинкина, который, собственно, и дал, скажем так, еще до обстрелов, он выступил на полях конференции по обзору выполнения договора о нераспространении ядерного оружия, где он сказал, что они используют прямым текстом Запорожскую станцию в виде военной базы и ядерного щита, что это недопустимо и необходима миссия. И вот тут пошла цепная реакция, а тут еще обстрелы.
Поэтому сейчас уже все международные организации говорят, миссия необходима. Наши еще раньше говорили, мы не можем обеспечить безопасность. Но это не наша проблема. Это проблема ООН, потому что МАГАТЭ – структура ООН. Пусть они думают, как им обеспечить безопасность. Но раз Гросси сказал, что я 4 месяца не могу попасть на ЗАЭС, и я 5 месяцев думаю о том, как помочь, думаю, что да, время наступило. Пані Олю, я не хочу нагнітати там істерію зараз довкола ЗАЕС, тому що це дуже така небезпечна тема, і можна повестися на ті всі слова, які кажуть росіяни. Але все-таки ми маємо розуміти, наскільки надійний захист і реакторів, і сховища, що вони можуть витримати, тому що ці ж дурники можуть продовжувати далі обстрілювати Запорізьку атомну станцію. Наскільки там захист сильний від обстрілів таких? Ну, з моєї точки зрения, судя по заявлениям, которые они еще в мае делали, они хотят все-таки станцию сохранить целой и работоспособной, потому что у них проблема с электроэнергией в Крыму. В связи с тем, что тепловые электростанции, которые они построили в 2018-2019 году, работают на газе, газ этот поступал с украинских месторождений, захваченной Россией еще в 2014 году, с так называемых вышек Бойко. А поскольку в июне наши вооруженные силы хорошо там поработали, и пожар был, я сомневаюсь, что газ идет сейчас с этих месторождений. Поэтому в Крыму они сейчас настроены переподключить все мощности, которые они захватили, и Каховскую ГЭС, и Ветряки Херсонской области, и Запорожскую, на Крым и на Россию. Потому что того энергомоста, который из Кубани идет по дну Керченского пролива, не хватит. И вы же помните, наверное, ситуацию, когда наши подорвали опоры в 2015 году в декабре. Там были уверенные отключения в Крыму. И вот это не помогло. Они привозили мобильные генераторы в Крым. И только в 2018 году, в том числе с помощью печально известных турбин Сименса, они пустили в эксплуатацию вот эти тепловые электростанции, и проблема дефицита в Крыму электроэнергии была снята. Поэтому они пугают сейчас, но пугают уже довольно сильно. Я хочу что сказать, что вот, допустим, контейнеры, которые там стоят на сухом хранилище. При обстреле первый раз в ночь на 4 марта, там туда тоже попал снаряд. И контейнеры не были разгерметизированы, они довольно прочны. Они, в принципе, рассчитаны на падение тяжелого самолета. Но дело в том, что никто не рассчитывал их на обстрелы из тяжелого вооружения, на крылатые ракеты, у которых там, я не знаю, какой, сколько тротила или какой взрывчатки там она несет. Вот и атомные станции тоже. Но мне кажется, что несмотря на все безумие и на вот это вот кошмарение мирового сообщества, которое Россия сейчас устраивает вот с этими актами обстрела станции, она не будет обстреливать реакторное отделение, понимаете? Но однозначно реакторы нужно переводить в холодный останов. И вот на прошлой неделе была коллегия, и на которой стало известно, что 4 числа, что они завели бронетехнику и с боеприпасами во второй марш-зал второго блока. И уже в ходе коллегии было принято решение, что внести изменения в условия лицензии на эксплуатацию на первый и второй блок холодный останов. И некоторые члены коллегии, которых не поддержали, говорили о том, что надо все блоки переводить в холодный останов. И это действительно единственная возможность сейчас уменьшить риски. И наш персонал, лицензированный, украинский, который управляет ядерными реакторами, в состоянии стресса 5 месяцев уже, да, он это может сделать, если, конечно, позволят российские оккупанты. Тут же тоже, они же разгуливают по всей атомной станции с оружием, врываются в кабинет директора, грозят оружием, ранили в субботу персонал на площадке вот сухого хранилища, выкрадывают людей, пытают. Поэтому, конечно, персонал – герои, особенно те, которые управляют реакторными, ну и директор, который удерживает их,
чтобы не, вот, критический персонал не виїхав на підконтрольну Україну. Пані Олю, а скажіть, будь ласка, перепідключення це до мережі на окупований Крим, воно технологічно можливе, вони можуть це зробити? І чим це нам загрожує? Конечно, технологически возможно, я всегда это говорила. Линию они уже восстановили в июле. Они сейчас работают на подстанциях на оккупированных территориях наших, заменяют иностранные детали на китайские, потому что понимают, что в случае чего они серьезно подходят и системно. И системно. Это все возможно. Это задача нетривиальная, потому что часть энергосистемы нужно будет объединенной отключить и в какое-то время в изолированном режиме, а потом синхронизировать с Крымской. Но для России технически это возможно абсолютно. И они будут стараться это сделать до наступления осенне-зимнего периода. Чем это нам грозит? Если посмотреть по итогам, допустим, мы теряем Запорожскую станцию. По итогам прошлого года она произвела 35 миллиардов киловатт-часов. Это пятая часть от всей произведенной электроэнергии в стране. И это объем, который примерно равен объему потребления электроэнергии за год всем населением. Поэтому, естественно, если она производит 40% от всей электроэнергии, производимых атомными станциями, это серьезная потеря. Это серьезно. Даже при том, что у нас упало потребление на 40% из-за разрушенных предприятий, и население эмигрировало и так далее. Это серьезно. Но система же не только на атомке держится, она держится на тепловых электростанциях. А что у нас? Луганская потеряна, ноль производства. Углегорская потеряна, Славянская потеряна, Кураховская под вопросом. Запорожская тепловая электростанция стоит, потому что угля нет и на оккупированной территории. И будет проблема, может быть, не с базовыми мощностями. Нам должно хватить оставшихся энергоблоков 9, если они все будут работать с высоким коэффициентом использования станции. А будет с маневренными мощностями. Потому что маловодие для гидроэнергетиков. У нас они упало бы производство на Днестровской на 43% от объема они производят. И не будет такого, как они поддерживали в декабре, в ноябре нашу объемную. Зрозуміло, пані Олю. І теплові електростанції на углі. Я зрозумів. Дякую вам дуже за бесіду. Довідалися ми важливі подробиці того, що зараз відбувається, що крутять, вертять москалі довкола Запорізької атомної станції. Як завжди, цікаво. Експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна була з нами на зв'язку, розказала все по поличках.